Всем привет! Сегодня 23 ноября 2019 года. Сегодня мы приехали в Туапсе, пришли на центральный пляж Туапсе. Вот хотел вам показать, какой здесь пляж. Вот там сзади идет, получается, где забор железный. Там корабли, сейчас засвечивает солнце, плохо видно, там на горизонте корабли стоят. Здесь вот лучше видно. Вот. И вот там уже порт. То есть совсем рядом порт получается. Вот. И вот эти трубы, которые идут, это как называется? Еврохим, биологическое удобрение. Вот. Так что вот такой пляж, такой обзор. Такое море сегодня. Вот этот еврохим, которые в корабли грузят биологическое удобрение, вот поближе. Вот так идут эти трубы. Вот в той стороне, получается, мы были, там центральный пляж. А вот здесь уже вот порт, получается. Вот. И вот это как бы дорога к морю. Вот туда, на центральный пляж, получается, идти. Вот. И вот так мы идем в сам город Туапсе. Получается. То есть центральный пляж, он находится, получается, как бы сбоку. Сбоку города. Вот. Вот так вот. Мы продолжаем идти с пляжа, вот в той стороне пляж, получается. А это вот мы уже проходим вот этот Еврохим. Вот. И вот как Туапсе, получается, уже как бы город, ну, выход с пляжа. И здесь железная дорога. В общем, чтобы пройти, надо ждать поезд. Обхода нету. Ни подземки, ни надземки. Ничего такого нету. Ну и, естественно, машины тут стоят. Получается. Вот как бы вот такая местность в Турции. Получается. Вот как-то так. Вот мы прошли через железные пути, получается. Вот. И здесь вот такой, получается, город. Да, вот здесь вот елка такая красивая. Вот. Да, кстати, красивые. Кипарисы. Еще магнолии здесь вот растут, уже начинает расти магнолия. У нас в Анапе нету таких. А здесь уже как субтропики идут. Начинают расти. И пальмы изредка, правда. Но бывает. Вот это платановая аллея. Вот. Вот это дерево, платан. Раздевается само. Оно, да, дерево само сбрасывает, раздевается, себя. Сбрасывает кору. Сама. Само. Вот такое дерево. Вот. А вот это бамбук растет. Вот так. Вот в том. Вот так я пойду подальше. Вот так тут разросся бамбук.
тут кипарисы, и вон хурма растет. Вот что я хотел показать. Вот она. Ну, хурма здесь в частных домах растет. Так, чтобы на улице подойти, сорвать, конечно, не получится. Это чей-то частный дом. И вот бывают такие моменты. И так она растет. Такие прям крупные. Так, растет. Вот там еще вон. Вот. Здесь я хотел показать, как растет магнолия. Это такое дерево, называется магнолия. Вот еще вон. Такие красивые листья. А пойдем поближе, подойду. Вот такие листья. Сейчас мы вышли на центральную площадь Турции. Вот, вот здесь вот голубей кормят, гуляют. Здесь вот местные это чупа-чупсы называют. Вот, вообще это что, маяк, да? Да, там сидят за портом. За портом следят, в общем. Там порт получается. Сейчас мы выйдем на набережную. Через эту центральную площадь выход на набережную. Сейчас мы выйдем. Покажу вам набережную. Это вот такая вот площадь. Вот это такой памятник. Вот такой здесь поющий фонтан. Но сейчас он не работает, уже холодно. Ноябрь все-таки. Вот море. Вон то, вся эта табличка. Вот здесь надо перейти дорогу, а вон пешеходный переход. Дорогу и железную дорогу еще. И здесь поезда реально ходят. Поезда эти товарные. Ну товарные, товарные, да. В порт получается. Вот такая набережная. Вот железная дорога. Вот кто эти зерновые. Как они там сооружения, в общем. Это кафе такое. Ну да, сейчас. А вот там вот он, Еврахим. Вот она. Вот это, где мы ходили. Я снимал трубу. Вот это получается вот он, Еврахим. За ним получается центральный пляж. Мы вот так, вот так, вот так. Сзади. Там. Вот так обошли это все. Вот Турция. Здесь вот рыбаки.
сегодня вообще спокойная. Прям штиль. Ветерок, правда, есть. Ладно, все, пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, кому интересно.